Новый Узбекистан – страна, где воспевается человеческое достоинство. По таким девизам в Самарканде стартовал фестиваль. В его рамках планируется проведение культурно-просветительских мероприятий в 1126 махалях региона. Привлечено порядка 200 представителей культуры и искусства, в том числе творческие личности области. Фестиваль культуры – это не просто ряд мероприятий с участием известных лиц и охватом большого количества людей. Это большой шаг к духовному обогащению каждого узбекистанца, повышению его культуры и, в частности, художественной составляющей. Именно приверженность национальным духовным ценностям, идеям патриотизма зарождает в человеке необходимые качества, обогащая его потенциал. На это и нацелен стартовавший в Самарканде фестиваль культуры. Разделившись на группы, около 300 интеллигентных людей по приезду в древний город отправились по своим локациям. Одна из них – Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь». Здесь состоялась презентация книги «Герои Узбекистана». Столичные гости рассказали студентам вуза об образцовой жизни и деятельности 103 наших соотечественников, внесших неоценимый вклад в развитие страны и удостоенных высокого звания «Герой Узбекистана», а также медали «Алтын Йылдыз». Сегодня состоялось замечательное мероприятие. Мы безгранично рады, что светлое имя моего отца, героя Узбекистана, Нурмурадова Хасана Нарбековича, занесено в эту книгу. Здесь отражены жизненные пути национальных героев, их неустанный и самоотверженный труд перед Родиной, становление молодых людей как личностей, культура, обычаи, реформы, происходящие в стране под руководством нашего президента. Я выражаю искреннюю благодарность всем организаторам. Сегодня в мире образ нового Узбекистана, сочетающего в себе современные передовые практики, традиции и взгляды с древними ценностями, экономическим потенциалом, образом жизни, целями и стремлениями своего народа, характеризуется девизом «От национального возрождения к национальному подъему». Пути первого и второго ренессанса, начавшиеся в нашей родной земле, колыбели человеческой цивилизации, связанные с третьим ренессансом. Отмечен ряд достижений во многих областях за последние годы. Эти достижения – результат упорного труда группы лиц. Это вклад героев Узбекистана в развитие экономики, науки, просвещения, общественной и культурной жизни республики. Мы узнали, что семьи героев, так же, как и сами наши герои, живут очень скромно. Авторами этой уникальной книги являются талантливые люди, писатели, журналисты. Уверен, в книге написано о всех достижениях, достоинствах, а также человеческих качествах этих личностей. Это, в свою очередь, послужит воспитанию молодежи в духе патриотизма, поможет продолжить работы своих отцов и матерей. В рамках фестиваля ожидается охватить широкий круг населения, а также горожан и незанятую молодежь, включенных в списки железной, женской и молодежной тетрадей. Организует и концертные программы, театрализованные представления, творческие встречи, духовно-просветительские мероприятия и показы национальных фильмов. Вместе с тем, в первый день фестиваля культурно-просветительские мероприятия прошли в Тайляхском, Байрыкском, Ургутском и Джамбайском районах области. Деятели культуры и искусства побывали в профессиональных школах и оздоровительных лагерях, побеседовали с молодежью о жизненных ценностях. В рамках фестиваля состоялась и церемония вручения удостоверения о принятии в членство Союза журналистов Йормамата Рустамова, корреспондент областной газеты «Самаркандский вестник».